Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера я сделала вывод с бокса «Финал Мэна», где я абсолютно без вложений, друзья, на просмотре сайтов зарабатываю биткоин сатоши. Бокс суперский, изумительный. Я не знаю, как еще его нахвалить, лишь бы не перехвалить. Значит, ну что, друзья, начну по порядочку. Подняли минималку на вывод. Я первый раз делала вывод на Faucet Pay. Минималка была 1100 сатош, по-моему. Как-то так. Сейчас подняли минимум на вывод до 10 000. 1000, даже сейчас покажу вывод, чтобы не ошибиться. Значит, на CoinPowerment. Это прямой кошелек, друзья. Я делала вывод на прямой кошелек, не на Faucet Pay. Значит, я прописала в настройках, добавила вот здесь, кликнула в настройках, добавила биткоин кошелек, сохранила. У меня адрес кошелька от Coinbase. То, что здесь написано CoinPowerment, это я, ну, я не знаю. Я выводила на Coinbase. Все замечательно, друзья. Монетки мои сатоши пришли. Значит, минимум здесь на прямой кошелек 10 000. На Faucet Pay 1000. Ой, 10. Нет, подождите, запутался. 11 000. Но смотрите, здесь они берут комиссию. Значит, еще вот столько сатох они берут. И плюс 1.5%. А на прямой кошелек там комиссия меньше. Там всего лишь 1%. Поэтому я и стала выводить. Букс, друзья, шикарный. Одна рекламка 100 биткоин сатошиков. Всего в день дают 10 рекламок. Одна рекламка 10 секунд, остальные 9 реклам вообще без таймера. 2 минуты сатохи собраны. Давайте перейдем в историю. С учетом комиссии я выводила, у меня было 11 000, я, естественно, побольше набрала, чтобы мне побольше сатох получить. Значит, я с учетом комиссии, у меня 10 890 биткоин сатошиков. 27 числа я выводила вечером, и мне пришли даже быстрее, чем на Faucet Pay. Буквально за несколько часов я вечером поставила на вывод, не помню, в 6-7 часу, и в 10 часу, где-то начало 10 вечера было, мне пришли уже биткоин сатошики мои. Вот. А на Faucet Pay я выводила, я ставила утром, с утра пораньше просмотрела и поставила, чтобы проверить это все на вывод. И мне только к вечеру пришли сатоши. Быстрее вот как-то обработалось. Значит, я иду на почту. Вот финал. Вот финал мэн. Майн. Вот мои. Если мы переведем сообщение, мне пришло. Я даже не открывала, не распечатывала письма. Ваша запрошенная выплата 10 890 была обработана. Спасибо. Ну и все такое. Ладно, это одно. Потом мне пришло письмо с Coinbase. Оповещение. Вот. 0.30110. Это 10 890. Но нули как бы не прописываются здесь. Так что я вот получила. Далее я иду на Coinbase. Вот получен биткоин. Плюс
мои сатохи 10 000, видим, да, 0.30 10 890, ну уже, конечно, завершено. Это 27 от 07, видим, все замечательно, букс платит. Но чтобы не работать, не воспользоваться таким буксом, знаете, у меня есть буксы, я зарабатываю по 5 сатох, собираю. Мне дают 9 рекламок в сутки. Это 9 на 5, 45 биткоин-сатошек я собираю. Потом у меня есть букс, сделано апгрейд, я купила членство. Мне самая дорогая рекламка — это 45 биткоин-сатошиков. А здесь без, здесь даже членства нет. Одно для всех, чтобы если купить. Вот одна рекламка, вот 10 секунд. Вот она, 10 секунд. Ну, я вот сейчас включу ее. Потом это я все буду за кадром просматривать. Остальные 0 секунд, 0, 0 секунд. Вот, дается нам вот 10 рекламок в день. Мы просматриваем за 10 рекламок, это 1000 биткоин-сатошков. 10 тысяч набираем, ставим на вывод. Это всего лишь занимает 10 дней. 1,5–2 минуты. Все, и собрал до следующего дня. Да, конечно, супер. Я посмотрела своих партнеров, рефералов. У меня никто не работает. Здесь без приглашений даже, понимаете? В общем, очень шикарный. Ну, я не знаю, ни один букс мне столько не дает. Вот, ну и плюс мне вот здесь еще капает, как бы я их могу перевести потом на рекламный баланс. Как бы вот на эти сатошки. Также мне вот с основного баланса за просмотр рекламку вот капает еще сюда. Ну и потом, возможно, я буду рекламить свои проекты, так как это еще и рекламная платформа. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела показать, рассказать. Букс платит. Хотите на Faucet Pay, хотите на прямой кошелек, это уже решать вам. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!